Всем привет, ребят. Третий видосик, как я говорил. Просрали мы Некрос, и зато получим другого героя топового. Это будет у нас, как вы думаете, кто это будет? Огнекрыл. Мы на аккаунте Алексея, гильдия Фиксики. Дайте заявочки, вступайте. Все есть на экране. Мы поехали дальше. Кто смотрел две предыдущих серии, у нас было 211 тысяч самоцветов, и мы их потратили, пороли немножко талантики, созвездия, немножко героев, выбили там рогатку недостающего героя. И все это было ради того, чтобы получить Некроса. Аккаунт немножко донатный, Некроса он, думаю, со временем так получит, это не тот герой, ради которого стоит там заморачиваться. Самое основное — это Огнекрыл. У нас вот такой вот сегодня базар, и мы сегодня соберем здесь... Думаю, соберем Огнекрыла. Так, забираем книжечки. Вот такие вот первые плюшки у нас. Возможно, мы еще сейчас выбьем героев. Давайте сначала начнем с открытия. Сумок Огнекрыла. И дальше уже будем смотреть, что, сколько нам чего не хватает. Так, у нас есть 10 сумочек. У него есть 93. По сути, в любом случае мы его соберем. Поехали, посмотрим, какой же шанс на получение. Так, подарки, сумки. Давайте сначала сумочки, потом пойдем уже по акциям, когда мы его соберем. Так, поехали. Один. Один. Ну, как обычно. Написано от 1 до 30. То есть, чтобы вы понимали, вот наконец-то десятка, двоечка. По сути, нам придется все равно забирать 5 больших паков. Еще один. Что мы имеем? 119, ребят. 119. Так, окей. Что там у нас дальше? Поехали. Так, я вам покажу свою гильдию на английском, где я играю. Кидайте заявочки, вступайте. Все у вас есть. Или у вас не все даже есть. Я вам сейчас себя где-то вот сюда перенесу. Так вот. Чтобы вы все точно видели. Главное потом не забыть обратно вебку переместить. Кидайте заявочки, вступайте. Гильдия у нас активная. Первые места. Английский Android. Желательно, конечно, чем побольше силы. Кто играет с донатом, welcome. Гильдия дружная. Вопросов у вас никаких по поводу там каких-то локаций не будет. Команды вам найдут. В общем, все решаемо. От вас самое главное — активность и не пропускать локации. Напоминаю, конкурсы у меня на канале еженедельно идут и онлайн. Поэтому все есть на стартовой страничке видео. Что нужно делать? Нужно репостить видосы. Оставлять под ними комментарии, все на стартовое видео, в принципе, сказано, что нужно для этого сделать, поэтому, ребят, все в ваших руках. Так, окей. Ну что, на сервере родился еще один Некрос преждевременно. Опа, а места не хватает. Печаль. Ладно.
Так, ну что, как я и говорил, я свои слова как бы держу, поздравляю. Я не знаю, давайте распечатаем. Места у нас там, я не знаю, не хватает, скорее всего. Мы сейчас какого-то паладина сольем в рогатку. Думаю, он не сильно на нас обидится. Или рыцаря, какая разница. И сейчас будем рулить для огника. Ну, для огника, для остальных героев. Талантики. Или героев выбивать. Сейчас давайте пройдемся по акциям, а там будет видно. В общем, такая вот третья у нас часть. Поздравляю тебя. Я не знаю, делать, ставить, не ставить. А у него огнекрыл уже даже скин есть вот так вот. Замедление. Даже вот так вот сделаем, чтобы быстрее его прокачал. Отлично, не зря я талант оставил. Поехали по акциям. У нас есть камешки. Возможно, мы отсюда сейчас достанем ему недостающих. Что у нас падает? Что нам нужно? Махатма нужна. Так, Махатма. Вот Комодору добавили. Бугимана целого не продают. Ну, в общем, поехали. Let's go. Вольт. Нифига себе, вот это удача. Вот он, Некрос, ребята. Достали мы ему Некроса отсюда. Только 10 осколков. Рогатка 30. Сурик 40. Командора 25. Еще Асурик. Рейка 40. Анубис. Бугимен. Еще раз Анубис. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Поехали дальше. Что у него тут есть? Забираем шапку. Плюшечки. Так. Рубашка вверх. Большая выгода у нас осталась. Ну, у нас на русском, как обычно, ничего интересного. Эти рынки, честно говоря, не особо радуют. Так, забираем значки почета. Я сказал, забираем. Мы ничего оставлять не будем. Судьбы, камешки, в принципе, тоже неплохо. Смертушка плюс 200. Супер. Изворотливость. Отлично. Рогатка. Рогатка у нас уже есть. Командора. Так. С этим разобрались. Это все мы забрали. Поехали открывать, ребята, плюшки. Что у нас по плюшкам есть? Чары, кстати. Коробочки чар есть. Мы их тоже оставим. Так. Карты. Ну, давайте. 4 Бигфута. Ну, блин, издеваются. Просто издевательство. Так, чары мы потом пооткрываем. Точнее, он потом пооткрывает. Мы их трогать не будем, так как у него героев очень мало. Так, карта третья, воодушевление. Ну, я считаю, отлично. 450 упало на просветы. Огонь. Поехали дальше. Карточка еще одна. И... Блин. 5 бигфутов. Да что это такое творится? Кстати, давайте сундук лабиринта откроем. Я не видел, что они у него есть. Но вряд ли мы отсюда... Да, видите, отсюда умника нереально достать. Надеюсь, он нас простит. Ну, блин, что я могу вам сказать? Кайф. Еще и пятый психощит. Еще и железная воля, грубая сила, воодушка две штуки. Поехали, третьи сундучки. С третьих тоже топово все падает. Поехали, открываем. Исцеление, блин, ну... Кто знал? Кто знал, захочет поставить тыковки вместо водушки, оно не прокачано. Даже я сейчас сам специально солью. Или попробуем, если выпадет воодушевление. Хотя, в принципе, что тут думать?
Так, кулачки, карточки смены, кристаллики. Ну, в общем, все по высшему разряду, как обычно, железной воли кучу нападало. Поехали, опять открываем. Две седны выпало. Ну, такое. Так, let's go. Еще и новый талант ему упал. Командора, скины. Кстати, собрал скины. Отлично. Супер. Вот это дроп. Так, отлично. Перейти. Так, есть. Умники. В общем, вот так вот, ребят, трешанули мы по полной. Пусть потом сам посмотрит. Выбили, называется. Так, с этим мы разобрались, в принципе, что там у нас еще такого интересного. Что у нас вообще творится по талантам? Исцеление, изворотливость. Можно, кстати, изворотливость поставить. Ну, огненько, ну, это надо тестировать. Исцеление. Исцеление я сразу поставлю на тыковку. Попрощаемся мы с Берсом. И такой вариант у него теперь будет. С этим мы вопрос закрыли. В принципе, все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Сейчас, я не знаю, наверное, буду ролить ему таланты. Ждите следующий еще видос. Вообще, вот так вот. Вторая сторона доната только не только у меня бывает. Все, всем удачи, всем пока.